От всех участников, которые пришли на X-Factor, Сабита Калтаева отличала одно. Он обладает голосом в 4 октавы. Опа. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Сабит. Очень приятно. Я с города Караганды. Так, что будем петь? Я просто решил как-то что-нибудь необычное преподнести. Давай. Ну вот. Сабита совершенно уникальный какой-то голос, и дар этот надо поддерживать. Я его голос уникальным не нахожу. Сабит, ну, не впечатлило исполнение твое. К сожалению, нет. Да. Нет, слава богу, что я третья. Два нет и одно да. Не проходите в следующий тур. Я, конечно, расстроен. Как-то не по себе тоже.